Людям никогда не рассказывали, что элемент системы координат время – это то ваше обладание от рождения до смерти. Мера называется. Мера времени, которая каждому из нас здесь отпущена для того, чтобы что-то изменить, что-то создать, чего-то достигнуть, порадовать себя какими-то навыками, что-то узнать, познать, воплотить в жизнь. Но человек этим временем всегда располагает из расчета «кто-то лучше знает». Время всегда как противоположность, эталон, да, как противоположность, это какой-то авторитет на мнение чье-то, на высказывание, на убеждение, на стереотипное восприятие. Мы всегда отдаем свое внимание другому человеку, потому что нам кажется, что мама больше знает. Папа лучше знает, подружка еще там как-то. И мы, пытаясь присоединиться для того, чтобы узнать, на самом деле обретаем кучу ненужностей, кучу всякого хлама, через призму которого начинаем смотреть на жизнь. Время вырабатывает привычку. Еще англичане говорили, что жизнь – это набор привычек. Вот как человек привык, так он и делает. И если как показатель то, что вы живете, делаете одно и то же, и в вашей жизни ничего не меняется, значит, и говорит о том, что ваше время течет зря. Потому что набрав какие-то привычки, приняв какие-то убеждения, навязав себе или взяв у кого-то, вы свою жизнь, делая одно и то же, привычные поступки и действия, вы выстраиваете свою жизнь и свое собственное время, не понимая, но очень банально, очень серо, грустно, день сурка. Чтобы что-то изменить в жизни, используя именно управление временем, первое, что нужно себе правдиво сказать, что ситуации на сегодняшний день в вашем настоящем повторяющиеся, они вам показывают одно. Вы делаете что-то не так. Не мама плохая, не дядя плохой, не тетя плохая, не еще кто-то там как-то. А именно вы, если люди в вашем окружении, это зеркало, вспоминайте, и они вам без конца говорят, что ты такая, сякая и этакая, и при этом заставляют что-то делать, а вы тупо делаете назло через сопротивление, через там какое-то «нет, это не так», и крутите иллюзию, обманывая себя и того человека, вы всегда будете участвовать в конфликте. Всегда. С понедельника по пятницу – если у нас ничего не меняется, ничего не происходит, значит, будут одни и те же ситуации, одни и те же люди, которые с монотонностью будут повторять вам, как вас зовут, что вам нужно делать, ваша фамилия, имя, отчество, куда идти, в противном случае будет сопротивление, конфликт и недовольство, как с вашей стороны, так и со стороны тех людей, с которыми вам приходится взаимодействовать. Включаете состояние абсолютного понимания, что это время только ваше. Никто в этом мире без вашего согласия вашим временем управлять не может. Это вы принимаете решение в 6 утра вставать или в 7. Это вы принимаете решение рот открывать или отойти и не участвовать. Это вы назначаете людей, которые будут с вами взаимодействовать какой-то период времени. Обычно мы говорим, время не успел. Да? Все связано со временем. Опоздал, не хватило, там, что-то не догнал. Вот все, что со временем не получилось, как и получилось, это все глаголы. Глаголы – это действия, это поступки и действия. И вот как только вы начнете отслеживать свою речь, что я не могу, у меня не получается, я не хочу, мне не нравится, еще что-то, это все то, чем вы живете.